срок всех строительных работ он завершается в связи с погодными условиями. Вы говорите 20 ноября, как бы у вас по контракту контрольная дата, когда дорога должна быть открыта. Да. Уже построена и открыта со всеми соответствующими одеждой, которые необходимы, я имею в виду, и оборудованием для того, чтобы здесь была безопасность. В ближайшие дни дорогу мы закончим, нам осталось поставить светильники и осталось поставить светофоры. В остальном дорога готова к эксплуатации. Разметка нанесена и само полотно выполнено. Поставка материалов уже произошла, светильники пришли. Сейчас ждем светофоры. Будем стараться с подрядчиком работу ускорить, выполнить ее. Замечания, которые жителям были обозначены, мы их максимально старались снять. И тротуар дорожки сделали, и заезды во дворы открыли, и сделали где-то обратную засыпку. Сейчас мы ведем переговоры с потенциальным инвестором, который готов эти объекты либо взять в долгосрочную аренду, условно, за какую-то минимальную цену, либо выкупить. Их надо передавать вам муниципальную управление? Да, надо передать. А какие трудности? Никаких трудностей нет, просто вам докладываю ситуацию. Давайте. Что люди готовы, скажем, поучаствовать в благоустройстве города, давайте привести их в нормативное состояние. Передадим муниципальное образование.